Господи. Ой, Боже мой. Пришедших на выставку в честь столетия со дня рождения Авдея-отшельника ждет еще один сюрприз. Внезапно объявившийся прямой наследник одиозного художника представит ранее не выставлявшуюся работу деда. Напомним, что Авдей-отшельник прославился своими работами в стиле наивной живописи. Его картины находятся в коллекциях лучших музеев мира. Это кто такой красивый, а? Анечка. Машенька. Анечка. Машенька. Анна-Мария, твои родители не смогли договориться о том, как тебя зовут. Поэтому жизнь у тебя будет веселая. Хочешь, я сегодня с ней погуляю? У тебя же собеседование. Его отменили, я так понимаю, или перенесли. А давай я выйду на работу. Меня зовут? Греков зовет. Греков на реабилитации. Даже когда поправится, я с ним работать не планирую. Не зарекайся. Говорил, гуляешь ты. Не забудь. Я как будто переезжаю, а не домой возвращаюсь. Стоп, вот только сумки и таскать. Да он ли? Вот поэтому я его и понесу. А где ребенок? Какой ребенок? Митька. Он что, еще один появился, пока не было? А? Вон он. Здорово, Герохин. Маме помоги, пожалуйста, а то я пока не очень мобилен. Я на улицу. Андрюш? Да. Помогите мне подняться. Вы как, скорая нужна? Да не скорая. Полиция нужна. Наказать этого подонка. Я из полиции. Вам бы медицинское освидетельствование и заявление написать. Ну, вы мне в этом поможете, капитан? Старший лейтенант. Подождите здесь. Оформи потерпевшего, я тороплюсь. Паспорт с собой. Ну, слушай, вы меня вот тут вот так и бросите. Перезвоню. Ну, я вас не бросаю, а передаю в другое отделение. А я хочу, чтобы вы занимались этим делом. Я вам доверяю. А я не могу. А что так? А у нас отдел занимается преступлениями, связанными с предметами искусства. Ну вот если у вас китайскую вазу эпохи Цинь украдут, тогда приходите. Так украли. Украли. Часы у меня украли. Мне жена часы подарила. Уникальные, карманные. Александра Первого. Бреге делал, а корпус Фаберже. Ну что ж, по-вашему, это не произведение искусства, что ли? А к ним и сертификат о подлинности экспертизы прилагается за подписью.
Так что все есть, а часов нет. Когда украли? Так вот только что в драке и украли. Я их как раз на профилактику нес. Или вы что думаете? Меня просто так, из любви к спортивной борьбе, отмутузили. Хорошо. Пойдемте. Открывай. Открывай, капитан. Бойко. Вот наш сотрудник Сергей Геннадьевич Бойко вами займется. А я позже. Я не уверен, что это входит в мои обязанности. Присаживайтесь. Александра Николаевна, это Леня Белкин. Я к вам за помощью. Да, давай, излагай. Карманные часы, сделанные для Александра Первого. Корпус Фаберже. Вы мне скажите, такие часы вообще существуют? И могли ли их украсть у частного лица? Забыл бутылку. Она замерзла. Это вы со мной? Нет, нет, Лёня, это все очень интересно. Давай обсудим. Приезжай. Хорошо. Ну? Прекрасные отзывы о спектакле. Ты понимаешь, почему ты не хочешь пойти в театр? Потому что там дирижирует твой Синицын, который тебе контрамарки дал. И теперь тебе неловко, что два места в первом ряду будут зиять. Иначе ты бы меня на эту тоску не тащил. Тоску Джакомо Пуччини, опера! Всем привет. Слушай, дед, ну позвонили мне из этой студии. Надо ехать знакомиться. Очень хорошо. Поезжай, а я останусь и буду за Сашей и Анной-Марией приглядывать, да? Погуляю там с ней или, может, в магазин пойду. Эрдель. Что? Ну, у нас же билеты в театр. Нам же дирижер собственноручно контрамарки выписал. А, ну, тогда, конечно. Альбина! Альбина! Ты же с подругой хотел встретиться. Вот кто там? Люда, Люба, Люба. Вот бери свою Любу и поезжай в театр. А я останусь, буду Саше помогать. Ну ладно. Секундочку. Илюш, инструкцию к ребенку рекомендую оставить в двух экземплярах в печатном виде. Мне нужно такси бизнес-класса, а не как в прошлый раз. Хорошо. Спасибо. Вы лучше. Больше киви. Да? Вот так. Вот так? Вот так. Моя красавица. Моя хорошенькая. Вот. Механизм Бриге с его знаменитым яблоком на конце стрелок. Крышка инкрустирована бриллиантами, копии из короны Российской империи. Сертификат о подлинности экспертизы есть. Так. Документы на приобретение. Я подумал, если такая редкость, наверняка где-нибудь в интернете на аукционах всплывет. Хьюстон! У нас проблема. Большая или маленькая? Большая. Ой, как хорошо. Как хорошо. Надо купить подругу из Ники, заканчивается. Да, да, да. Пошли скорее. Леонид, такие часы на аукционе в интернете обязательно всплывут. Как только это случится, я сообщу. Только, пожалуйста, не впутывайте в это Сашу. Сами видите, ей сейчас не до расследований. Да я просто подумал, что... Договорились. Привет. Неожиданно. Тоже в Москве? О, рад за тебя. Да нет, иду на новую работу договариваться об условиях. Слушай, я тебе как раз звоню насчет работы. У меня для тебя есть шикарное предложение. Давай пересечемся, расскажу тебе подробнее. Нет, спасибо, Оля, у меня все хорошо. Извини, не могу сейчас говорить. Пока. Здрасте. Здрасте. Мы с вами говорили по телефону?
Вы от Эрделя, вы Илья? Да. Я вас именно таким представляла. Пройдемте. Эрдель рассказывал, что вы отличный художник. А еще он говорил, что вы работали сценографом. Это именно то, что нам сейчас нужно. Родители, они уже говорят про уроки сценического рисунка. Ой, подождите, пожалуйста, 2 секунды, хорошо? Хорошо. Так, а ну-ка, кто у нас ломастер в рот берет, а? В ручку. Рисуй. Ну, давай, давай. Вот, молодец. Так, классно? Угу. Все говорят, Ван Гог, Ван Гог, а я вон все 3 за 2 часа как нарисовала. Пойдем. Любовь моя, ну ты где? Молодец. Никакого сарказма. Я до конца первого акта еле дожила. Лучше бы как-то в пробке застряла. Что? Нет, со второго ушла, конечно. Ну что, мы с тобой без театра не встретимся? Да. Давай на дне. Угу, пока. У тебя свет горит. Ты дома? Альбинчик, как спектакль? Мне нужен адрес. Что, просят спасти ее из театра? Вроде того. Эрдель, вы не могли бы побыть с Анечкой? Я быстро, надеюсь. Могу, конечно. А что все-таки случилось? Альбинчик придет, сама все расскажет. Хотели курсов собраться, я взялась.
Ренату позвать? Я никогда звониться не могла. День звоню, два, никто трубку не берет. Решила заехать. Хорошо. Реня. Колото-режущее скончался от потери крови около часа назад. А что с орудием убийства? Нашли? Нет. Нет идей, кто это мог сделать? Да кто угодно сделать мог. Я и сам мысль имел такую, когда в три ночи начинают с бутыльниками орать. Он был очень талантлив. Не знаю насчет талантов, но тысячу он мне так и не отдал. И галки он тоже занимал. Спокойно. Александра Николаевна, мне кажется, вам пора ехать. Сашенька, по-моему, тебя пытаются выпроводить. Да вы что? Я просто подумал, там ребенок и... Александра Николаевна, ну если вы оказались тут и убит художник, могу я вас попросить, возьмите его работы на экспертизу. Маловероятно, но вдруг там шедевры. А почему же это? Маловероятно. Я сейчас принесу. Спасибо, что уложил Анечку. Машеньку. Она моя дочь. Какие планы на день? Выясни, где тебя вчера носило. А я надеялась, что ты съездишь за медицинским полисом. Анечке уже 3 месяца. Приятного аппетита. Илья, ну это не мой секрет, я не могу его рассказывать. Альбинчик захочет, сама тебе все расскажет. Но я обещаю, такого больше не повторится. Клянусь. Тихо. Сейчас насос. Дали на экспертизу. Сделаем за 20 минут, пока Анечка спит. Ты куда? За полисом. Ну и куда вы дели часы Сомова Кирилла Викторовича? Что? Не прикидывайтесь. Вы же не просто так его били. Не надо. Я вас там лично видел. Бил? Но про часы я ничего не знаю. Да не было на нем никаких часов. Не на нем, а при нем. Потерпевший утверждает, что вы действовали по наводке. Ну и покажите его к психиатру. Откуда я знаю, что он там себе навыдумывал? Я за все должен отвечать, а? Вы вот это видели? А? Я его бил, он мне отвечал. Это драка называется. Слышали? Слышал. А еще я слышал, что у драк причины бывают. Из-за чего дрались. Авдей Отшельник прославился во времена перестройки своими новаторскими картинами в стиле наивного искусства. Да я в курсе. Эскизы из квартиры Рената. Найди 10 отличий. Авдей подписывал свои картины подписью «Мир», чтобы отличить Авдея Отшельника от своих мирских картин. И Ренат явно тренировал эту подпись. Саш, не ищи проблемы там, где ее нет. Я не знаю, кто убил Рената, но
Он был честным художником, и Авдей тут точно ни при чем. Илья очень боится, что я вновь ввяжусь в расследование, поэтому... Ну вот и не ввязывайся. Как бы не хотел я, чтобы Ренат погиб за искусство, но... Боюсь, твой Белкин прав. Его случайно убил какой-нибудь собутыльник. Не факт. Ну и каковы шансы найти мои часы? Нападавший говорит, что ничего у вас не брал. Ну, было бы странно, если бы он сказал что-то другое, правда? Но факт нападения не отрицает. Молодой человек, эти часы мне очень дороги. Не только потому, что это Бреге и Фаберже, если вам это о чем-то говорит, но и потому, что это подарок близкого и любимого человека. Леонид Михайлович, отпечатки в квартире убитого Асадулина в криминальной базе не значатся. Родственники, друзья, соцсети. Ну, посмотрел, конечно. Вот. Один похож на фоторобот. Вместе учился с потерпевшим. Михаил Варягин. Бойко, а ничего, что я тут допрос веду, а? Ну, я ведь по-другому делал. Так что с этим-то делать? Может быть, на похороны съездить, присмотреться? Ты делай что угодно, чтобы сегодня этот Варягин был тут. Похороны послезавтра. Извините, пожалуйста. Простите. Не знаю, где ее вешать. Не знаю. Сейчас наследник выйдет от директора, и будем вместе с ним Простите. Решать. Простите. Сейчас, секундочку. Я бы хотела поговорить по стилистике Авдея. С журналистами пока не работаем. Все вопросы на пресс-конференции. Да нет, я просто... Выставка откроется через несколько дней. Приходите, будем рады. Спасибо. Да-да-да. Михаил, милейший сосед, художник. Так вот же он идет. А что случилось? Михаил Степанович! Вам необходимо проехать с нами. А на каком, собственно, основании? Вы подозреваетесь в убийстве Рената Александровича Асадулина. Отец и мать погибли, пока мальчику еще не было года. До 5 лет Алешу воспитывала бабушка. Когда она умерла, мальчик попал в детский дом. Когда сейчас тебе отрекся от мира. Алла, покажите, пожалуйста, Ивану Сергеевичу экспозицию его дедушки. С удовольствием. Возможно, у него будут какие-то пожелания. Пойдемте. Прошу вас. Итак, основную часть всей экспозиции расположили в этом зале. Обратите внимание, вы отобразили это в пакете. Смотрите, вот здесь. А официальная презентация ваших картин пройдет в главном зале. Хватит юлить. Давайте сразу на чистоту. Вы же сами уже все сказали. Были в ссоре с Асадулиным. Он вам долг не отдавал. Не отдавал. Год назад взял,
Я ему говорю, отдаю, я сам без денег сижу. А он мне на это... Возьми картинами, они денег стоят. А они стоят? Да как... Ренат никогда талантом не отличался. В последнее время еще запил. Ну вот. Вы, наверное, еще поспорили на тему, кто гений. Да, Михаил Степанович? Одно неловкое движение, и нет человека. А у меня алиби есть. Я в этот вечер был с Альбиной Витальевной Гершинзон. Постараемся сделать все на высшем уровне. Мы полностью готовы. Спасибо большое. Главное, не волнуйтесь. Спасибо. Всего доброго. Угу. До свидания. Что случилось? Все в порядке? Я могу вам как-то помочь? Можете. Что вы тут поставили машину? Здесь, между прочим, люди ходят. Простите, может быть, мне вас подвезти куда-нибудь? А коляска поместится в багажник? Здесь недалеко. Дом художников на Чистых прудах, знаете? Получается, мама у нас художник? Мама у нас искусствовед и эксперт по наивному искусству. О. А мне как раз сейчас нужен эксперт для оценки одной картины. Поможете? Ну, если вас не смутит эксперт с ребенком на руках. Не смутит. Я буду хотя бы уверен в том, что эксперт зависим исключительно от ребенка. Понимаете, Авдей мой дед. И один, так скажем, предприниматель, воспользовавшись его наивностью, выкупил по дешевке у него все его картины. Ну и перепродал. Ну а сейчас вы знаете, сколько эти картины стоят. Да. А вы богатый наследник? Если бы. Из денег с продажи этих картин мне достался только шиш с маслом. Но, как обнаружилось, дед оставил мне еще одну картину. И вот с ее оценкой я бы не хотел прогадать. Как же он мог ее вам оставить, если он умер 30 лет назад? Это интересная история. Присаживайтесь. Ага. Так вот, этот предприниматель сейчас давит на меня и хочет, чтобы я продал ему эту картину. И даже деньги вроде неплохие предлагает, но я не могу быть уверен, что картина стоит именно столько. Понимаете, не хочу сесть в лужу, как дед. Это вам. На всякий случай. Ой, а как же без автокресла я не... Ну, вы же сказали, что тут недалеко, так что не переживайте, я аккуратно. Я эту работу сделаю за 20 минут, пока Анечка спать будет. Зачем, Лёнь? Зачем? Это вообще главный вопрос. У Николая что с финансами? Может, долги не покрытые. Может, женщина новая появилась, требовательная. Чего он часы-то крал? В общем, он либо врет, либо не договаривает. Не-не-не-не-не. Котлетка. И вообще, хватит вам о работе. Врач запретил тебе нервничать. Угу. Ой, корзина-то какая красивая, а? Глянь, и ананас в ней. И черешня, и коньячок. А у нас это отделение по торжественным случаям всем такое дарит.
Стандартный набор. Александре Николаевне на рождение дочки тоже такое подарили. Без коньяка, конечно. Я когда подарок ей нес, все думали, я ее с Днем Победы поздравлять собрался. Она что, 9 мая родила? Досрочно? Почему досрочно? Говорят, даже переносила. Здрасте. Мам, пап, я к Шурику. Чтоб к ужину был дома! У меня же десерт еще готов. Лень, я твой любимый пирог испекла. Вот. Грушевый. Прости, просто телефон на беззвучном режиме стоял. Это у тебя дочь на беззвучном режиме стояла, пока ты пыталась попасть в криминальные новости. Просто надо было срочно заехать в галерею, уточнить кое-что, представляешь? Авдей оставил внуку еще одну картину. Она 30 лет в подсобке пролежала и, наконец... Саша, ты мама. Мама, а не детектив. Ты вообще в курсе, что ребенка надо с рождения развивать, сказки ему читать? Колыбельные петь, я не знаю, пальчиковыми красками рисовать. Ну да, понятно, когда муж деньги зарабатывает. Прости. Илья, прости, пожалуйста. У меня пострадовой психоз, депрессия. Ты вообще знал, на ком ты женишься? Я женился на прекрасной женщине. Оказалось, я женат на следователе убойного отдела. На похороны позвать некого. Половина однокашников спилась, половина уехала. Ничего, ничего. Скоро все закончится. Не уверена. Меня на допрос вызвали. По делу об убийстве Рената. Что ты там рисуешь? Покажи. Нет. Покажи, пожалуйста. О, это я. Да? Да. А, похоже, я забыла, как я выгляжу. Ты потрясающе выглядишь. Чтобы наш романтический вечер превратился в драматический. А драмы нам на сегодня достаточно, да? Прости меня. Я могу лучше. И я. Отель билет достал у знакомого дирижера. Давай. Вот, билеты в театр. Программка спектакля. Чек за такси до театра. От театра до дома Рената я шла пешком, там недалеко. Правда, думаете, я могла его убить? Разумеется, нет. Тогда что я тут делаю? Я рассказала все, что знала,
Еще там, в квартире. Там вы сказали, что были в театре, но не сказали с кем. Ну хорошо. Да. Я была в театре со старинным другом Михаилом Борягиным. Так, пожалуйста, не говорите об этом Артелю. Слежка под прикрытием. А в коляске оборудование для прослушки, да? И ты туда же. Хоть бы кто-то порадовался, что я работать хочу. Могу сдаться себе с поличным. Только что дала в полицию нужные показания. Что? Сказала, что была в театре с Мишей. Он тебя об этом просил? Mm? Да. А где он был на самом деле? А если он убил? Извини. Извини. Если ты в нем уверена, значит, это алиби ему все равно не нужно. Тихо, 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 тихо. То я один мучаюсь, а то вдвоем мучиться будет. Нужна тебе такая атмосфера в доме? В смысле? Я календарь посмотрел. Ну? Что ну, баранки гну. Получается, ребенок Саши, он был зачат, ну, в общем, когда мы... Сама понимаешь. И? Ну что и, Вер? Изменяла она мне. Вот ведь стерва. Отлично. Маричка спит, Эрдель вооружен подгузниками и молоком, так что можем идти. Ага. Записала. Отлично. Да, 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 да. Скоро буду. Спасибо, до свидания. Я думал, скоро ты будешь в театре. Илюшенька, завтра картину выставляют. Сегодня последний шанс сделать независимую экспертизу. Прости меня. Она настоящая. И грунт, и краски. Ничего не понимаю. А вы думали, что? Что вы авантюрист. Наняли художника, который вам за 3 копейки картину нарисовал. Кофе? Спасибо. Угу. То есть вы думаете, я сам эту картину не мог нарисовать? Мне, между прочим, дед, вон какой крутой художник. А талант, как известно, передается через поколение. Моя бабушка, Анастасия Петровна, имела в юности с ним очень бурный роман. Еще до того, как он стал отшельником. Так и появилась моя мама. Я так понимаю, фамилия вам не досталась? Так она и маме не досталась. Роман-то был тайным. А бабушка тогда была замужем за Василием Кузьминым. Он был офицер. Ваша мама от него? Mm-hmm. Но это же все случилось задолго до того, как Авдей начал писать картины. Любовь не ржавеет. Бабушке уже пора было подумать о душе, когда она в лес к Авдею подалась. Уж не знаю, что у них там произошло, я свечку не держал. Но вернулась она с картинами. Картинами? То есть у вас она не одна? Привет, как дела?
Может быть, тогда на волне позитива ты уделишь мне пару минут, я расскажу тебе о работе. Возможно, она тебя заинтересует, и ты согласишься? Mm-hmm. Я договорилась, чтобы меня взяли креативным на проект. Это исторический сериал. Кровь, интриги, все дела. Дело в том, что за кадром у нас тоже кровь, интриги и полный беспредел. Ты меня киллером нанять хочешь? Ну, практически. Ты знаешь, мне нужен такой художник-постановщик, который был бы пунктуальным, воспитанным, ну, в общем, мега-гениальным. Короче, мне нужен ты. Ты согласен? Я подумаю. Анечка уже спит? Машенька уже легла. А это мне или ты уже другую нашел? Я тебя люблю. Я нашел работу. И ужин в честь этого? Нет. В честь того, что теперь у нас всегда все будет хорошо. Правда? Прости меня, пожалуйста. Пообещай, что бросишь расследование. Саш, я буду приносить деньги. Только не исчезай. Не меняй нас. Подробности уточняю, но убили Михаила около 2-3 часов в собственной мастерской. Вроде ничего ценного не пропало, картины на месте. Соседка сказала, дверь была открыта, говорит, за солью зашла. Ну, похоже на самоубийство. Вот, послушайте, тут синим по белому написано. Я Михаил Степанович Варягин, причастен к смерти Рената Асадуллина. У нас с ним была давняя ссора, сожалею, дать показания не готов. Вот. А тебе не кажется, что записка какая-то странная? Мне нет. Леня, а можно я сама на нее взгляну? Ну, я могу фото отправить. Мне бы еще мастерскую и картины посмотреть. Что, сейчас? Нет, не сейчас. Ты что, поздно уже. Давай завтра? Давайте завтра созвонимся. До свидания. Может, не стоит? Извини, Альбин, я случайно набрала.
Ничего. Михаил Варягин умер. Как умер? Самоубийство? Мить, помоги, придержи узел. А раньше поздравить не могла? Почему тебя сейчас осенило? Лучше поздно, чем никогда. Раньше ты был на реабилитации. Нам было не до того. А теперь до того? Хорошо, Митька пусть отвезет. Мить! Слышу я. Мич выгоняет ребенка. Да мне не влом, я сгоняю. Для этого есть курьерские службы. Илья, может быть, ты бутерброд с собой возьмешь? Ты же совсем ничего не кушал. Так. Давай поговорим. Я опаздываю. Илья, ну ты же знаешь ситуацию. Я тебе обещаю, как только... Знаю. Не надо мне ничего обещать, хорошо? Вернусь домой, когда ты бросишь свои расследования. Все. Ну все, у нас с тобой будет хорошо. Мама скоро передаст дела дяде Лене. Сварим борщ и помиримся с папой. Как же ты похожа на Андрея. Да? Особенно глаза. Александра Николаевна Корзухина? Да. Пожалуйста, распишитесь. Пожалуйста. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Надо же. Не ожидала от Веры. Ты знаешь, что Илья из дома ушел? Я только что с ним по телефону говорил. Сказал, что поживет на работе. Или ты уже знаешь? А, я все всегда последним узнаю. Зато работу нашел. Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Или ты не понимаешь? Он Сашу бросил. Бросил с ребенком и ушел из дома. Ушел навсегда. Бывает. Альбина, что с тобой? Просто это не трагедия. Помается немного и вернется.
Красавица. А вы узнали, от чего умер Варягин? Судмедэксперт говорит, остановка сердца. Вкололи слишком много обезболивающего. Вколол? Да, красавица. Следов насильственной смерти не обнаружено. Ой-ой-ой, иди сюда. Иди сюда. Александра Николаевна, что-то нашли? Несколько работ очень отличаются от стиля Варягина. Зато похоже на стиль набросков Авдея и Рената. Думаете, это его? Думаете, его? Ну вот же буква М. И вот здесь М. В смысле, Михаил Варягин? Получается, Ренат и Варягин закосили под Авдея? Не знаю. Закосили под Авдея? А что тут знать? Конечно, закосили, чтобы денежку срубить. Мне нужно время, чтобы подумать и еще взять пару эскизов на экспертизу. Окей, а я вас провожу. Тише, 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 тише. Что ж ты плачешь? Такая маленькая. А кричишь, как мой начальник. Да, это точно, вся в греку. Леня, я только что сказала лишнего. Понял, а меня это не касается. А, может, заодно подумаете над экспертизой почерка самоубийцы? Да, конечно. У нас эксперт уехал в отпуск. Он пускай поколдует. Вот это и это, а я на улице. Понял. Альбичек, тихо, не спит. Это записка Миши? Да. Я не верю, что он... Почерк его. Сомневаться не приходится, но... Но? Нажим. Неуверенный, неравномерный. У художника рука твердая. У тебя все в порядке? Я была там. Где? У Миши, где жив еще. Вечером. Перед тем, как он. Но он живой был. Это ты полиции доказывать будешь? Когда они узнают, что ты ему ложное алиби обеспечила. А что мне оставалось? Он меня так просил, так просил. Умолял очень. Зачем? Да я сама не поняла. Я пришла, а он весь какой-то... Взвинченный, психованный. Все? Все. Он меня только еще про адвоката спросил. Могу ли я кого посоветовать? Это все, честное слово. Чих. Я думаю, меня скоро тоже убьют. Рената нет. Миши нет. Из-за нашей компании только я осталась.
Обезболивающее дать? Не надо, не надо, Вера. Это что? Свежий фреш и био-бисквит из пекла. А почему все зеленое? А ты на цвет не смотри. Все полезное. Очень вкусно получилось. Ингредиенты такие. Сельдерей, брокколи, шпинат, яблоко с морковкой и укроп с петрушкой. То, что доктор прописал. Да, Лёня. Да, нормальное самочувствие. Рассказывай. Тут вокруг подруги нашей, Саши, интересная версия вырисовывается. Да, я про Альбину. Значит так, я почитал телефон Варягина. Переписка между ними, конечно, не совсем любовная, но это как посмотреть. Намеки на чувства присутствуют. Так. Дальше. В этой переписке Варягин весьма нелицеприятно отзывается о своем друге Ренате. Альбина в ответ просит его забыть все, что между ними было. Нет. Что было конкретно, не упоминается. И между кем ними – тоже. А может, это любовный треугольник? Угу. Идем дальше. По словам соседей, последние несколько месяцев у Варягина появилась постоянная пассия. По описанию угадайте, кто. Плюс отпечатки Альбины в мастерской Варягина. А если еще вспомнить, кто обнаружил труп Рената Асадулина? Войдите. Здравствуйте. Можно? Я вам перезвоню. Унеси, пожалуйста. Нет, ешь. Вы сами предложили Варягину обезболивающую таблетку? Сама. Миша сказал, башка раскалывается. А у меня с собой всегда на этот случай. А у него, получается, никаких обезболивающих лекарств не было? Не было. Вообще никаких лекарств не было. Я даже удивилась. Ну, элементарные аспирин и анальгин всегда под рукой должны быть. Больше ничего сказать не хотите? Ничего. Альбина Витальевна, позволю себе напомнить, что существует уголовная ответственность за дачу ложных показаний. Я рассказала все, как было. За препятствие следствию, укрывательство преступления. Да ничего я не укрываю. Просто в тот день, когда Рената убили, я одна в театре была. Без Миши. Я сделала ему ложное алиби. Видимо, он вам был очень дорог. Но вы сами пришли. Добровольно. Это будет учтено. Но ситуация у вас сложная. Вынужден попросить вас на время следствия из города не уезжать. Прочтите, подпишите. Очень переживаю за Альбину. Но меня не меньше беспокоит и ваша ситуация с Ильей. Да меня тоже. Я считаю, вы оба неправы. Вы должны идти друг другу на уступки. Что думаешь делать? Завершать расследование. Сашка, молодец! А я буду тебе помогать, чем смогу. Лишь бы этот преступный кошмар наконец закончился. Так.
Готово. Молодец, молодец. Будем купаться? Моя хорошенькая, да. Моя. Подождите, я вас сейчас... Хорошенькая. А кто это будет купаться? Отправлю Илье, пусть полюбуется на Анечку с дедом. Давай подгузник снимем. А это все жалобы жильцов новостройки. В прошлом году против Сомова было возбуждено уголовное дело, но решением суда он был признан невиновным, так как по документам объект был сдан. Угу. А по факту придомовая территория оказалась недостроенной. Штыри торчат, люди калечатся. А это что? А это заявление о взыскании судебной неустойки. Но это уже по другому делу. Процесс как раз идет сейчас из-за некачественной постройки. Андрей! Андрей Васильевич. От Веры. А это наш новый сотрудник, Сергей Геннадьевич Бойко. Информацию добыл. Анализируем. Андрей Васильевич. Очень приятно. Взаимно. Ну и что тут у вас? Завтра похороны Миши. Я не знаю, как я в себе силы найду пойти. Может, не пойдешь? Что ты? Мы же с ним не разлей вода были. Мы же не просто дружили, понимаешь? Сашенька, как там наша малышка? Все хорошо, спит. А что это у тебя? Няня, радио няня. А, знаю, удобная штука. А ты про Рената или про Михаила говорила? Про обоих. Говорю, что работали вместе. Я тут тройной чай заварил. Ромашка, пустырник, попей. Аня проснулась. Как раз к прогулке. К прогулке! Альбинчик? Да? А как ты думаешь, ваши работы сохранились в институтском архиве? Дипломные, наверняка. Ага. Ага. Бегу, бегу. Попей. Значит так, по-вашему, Николай не смог примириться с нарушениями, допущенными при строительстве. Каким-то образом прознал, что у Сомова есть антикварные часы и напал на него? Ну, в принципе, как-то так. Знаешь, как это все называется? Вот это все. Это все. Макулатура. Хотя вы, конечно, старались, это видно. Сколько раз я говорил, нет мотива, нет версии. А это все кучка разрозненных фактов. Ну так есть же мотив. Мотив, конечно, есть, только мы его не знаем. Что с художниками? Тут мотив есть. Да. Если предположить, что между Альбиной Витальевной Гершинзон и Варягиным был роман, возможно, еще с института,
Опять мимо? Роман Альбина не исключен. Причем она могла встречаться с обоими одновременно. И с Садулиным, и с Варягиным. С женщиной такое бывает. Одному говорит «люблю», а залетает от другого. Александр Львович, приветствую. Вам фамилия Сомов известна? Да что вы говорите? Интересно. Вы даже картины Альбины нашли? У нас все хранится строго по списку, по датам и по алфавиту. А вы как думали? Я вам так благодарна. Ну, убедились, что ничего не пропало? Убедилась. Вот и хорошо. Но с маленькими детьми здесь находиться не рекомендуется. Все, уже ухожу. Спасибо вам большое еще раз. А давайте попробуем представить, как это все было у Рената. Допустим, ага, здесь была дверь, значит, получается, там стол, здесь проход. Тело лежало вот так, там голова, там ноги, так? Ну да. Ага. Не могу так, товарищ майор, воображения не хватает. Ну-ка, иди сюда. Будешь изображать потерпевшего временно. Так, здесь. Преступник, судя по обнаруженным следам, был здесь. Они общались. Держи нож. Удар. Стоп. Рана-то с этой стороны. Да еще по касательной. Это как же он извернулся? Он молодец. Преступник мог быть левшой. А если так, получается, возможно, преступников было двое. Так. Чтобы время не терять, Серега, сконцентрируйся на деле Сомова. Есть. Леня, да выйди ты из образа уже. Мы едем в мастерскую Варягина. Ножками походим по месту преступления, чтобы включить голову и воображение. Как успехи? В процессе. Пока удалось выяснить, что холст Михаила по времени совпадает с холстами Авдея. Возможно, остался с институтских времен. А у меня сенсация. Искал часы Сомова в интернете. Угу. Вышел на один сайт. Советским антиквариатом торгуют. Смотрю, хорошая коллекция выставлена. И там, представляешь, картина Авдея. Я на продавца кликнул, а это Сомов.
Но это еще не все. Так. Главное, что я выяснил, Сомов есть тот посредник, который, можно сказать, открыл Авдея. Вот кто хотел купить картину Кузьмина. Ну да. Купить подешевле, продать подороже. А тот ему отказал. Тише. Алло, Леня. В убийствах может быть замешан Сомов. Он скупал картины Авдея, заказал подделку, а потом замел следы. Я вас понял, Александра Николаевна. А зачем вам номер Сомова? А у меня его нет с собой. Звоните позже. Ага, пока. Что мы имеем? Так, смерть Варягина наступила в результате передозировки и побочных эффектов обезболивающего. Пустые ампулы которого плюс скрытая упаковка найдена рядом со шприцем. Везде его отпечатки. Альбина утверждала, что у Варягина в доме нет никаких лекарств. Уколов он панически боится. А тут он сам делает себе укол, да еще лошадиной дозой. Может, она замешана и врет? А может, после Альбина у Варягина был еще один визитер, который помог ему уколоться и забыться? А потом стер отпечатки с ампулы шприца и поставил новый пальцами уже покойного Варягина. Какой слишком изобретательный визитер. Так, все, поздно уже. Давай по домам. Вы идите, мне еще с Бойко встречаться. Телефон не давайте. Алло, здравствуй. Здравствуй. Спасибо за подарок. Не за что. Как дочка? Ничего, растет. Белкин говорит, красавица получилась. На кого похожа? Мне кажется, на папу. Лучше бы на маму. Как ты? Меня вон уже к работе подключили. Я хотел тебе сказать, не связывайся с Сомовым. Почему? Ну, потому что ты не сотрудник Следственного комитета. Тебя попросили помочь, вот ты консультируй. Что это значит? Я волнуюсь за тебя. Сейчас будем кушать, сейчас. Сейчас разогреет мама еду. Алло. Алло, Илья, привет. Ты занят? Я на работе. Дома все нормально? Да нет, конечно. Но ничего, я справляюсь. Как там Машенька? Нормально. Только что проснулась.
Илюша, приезжай, пожалуйста. Я не могу. А завтра? Илюш, ну ты где? Я тебя везде ищу. Пойдем. У меня съемки. Саша, извини, я зарабатываю деньги. Пока. Скучал без меня? Ты что делаешь? Наблюдаю объект. Что? Вот старый хрыч. На жену она его не похожа. Дочери нет, племянницы тоже. Я его теперь как облупленного знаю. Надо лучше на телефон фотографию сделать и грех отправить. Хорошо. Капучино, американо, латте. Спасибо, я чай. Из дома выгнали? Ну, почему сразу выгнали? Просто приехал пораньше, понял, что не выспался. Ты знаешь, у наших костюмеров с предыдущего проекта футболки остались. Новые. Как раз для таких случаев. Спасибо. Ну и в целом мог бы и у меня переночевать. Вроде бы не чужие люди. Звено. Давайте, хорошо. Пойдем. Подвезти? Спасибо, не надо. Не надо было бы, не предложил. Следователь Греков Андрей Васильевич, присядьте, пожалуйста. Анастасия Валерьевна, вы сейчас общались с Николаем Аксеновым. Вы его хорошо знаете? Он мой парень. И мы с ним встречаемся. Это достаточно хорошо, по-вашему? На Сомовом вы тоже встречаетесь? Нет. А встречались? Нет. Странно. Мы вас сегодня видели вместе. Вранье. Что, следите за мной? Что вам от меня надо? Вот и я пытаюсь понять, что нужно вам. Семья, дети, так? В общем, вы не хотите мне помочь вытащить вашего Николая,
А значит, ближайшие 8 лет он проведет за решеткой. Вы свободны. Сомов мой начальник. Так. И он домогался меня. Один раз я не отказалась. Но это было только один раз, а он захотел продолжения. А вы нет. И Николай заступился за вас. Да. И теперь Сомов обвиняет его в краже. Почему вы на Сомова заявление написали? Чтобы потом все шушукались у меня за спиной и пальцы в мою сторону тыкали. А лучше пацана под статью подвести. Вы просили Сомова забрать заявление? А Николай, когда узнал о вашей интрижке с Сомовым, как отреагировал? Я не рассказывала. А кто тогда? Я не знаю, у них даже общих знакомых нет. Послушайте, пожалуйста, помогите нам, Коля, он вообще не виноват. Не брал он эти чертовы часы, он вообще не мог. Здрасте, приехали. Продано. А кому неизвестно. Где же мне теперь тебя искать, ВВВМ-34? Не спит? Почти. Придет серенький волчок и ухватит за бочок мою баюшки мою, не ложись на крови. Уснул. Красиво. Красиво. Эрдель? Когда их продал? А не проблема. Лёня может пробить IP-адрес этого как его там? Да, хорошо, вы только звоните, если будут новости. До свидания. Прости, прости, пожалуйста. Работа прежде всего. Аванс получил. Илья! Гражданин Сомов, минутку уделите, пожалуйста. Извините, капитан Греков, я спешу. Майор Греков. А, это очень важно. Одну минуту, пожалуйста. Ладно, садись. Зачем вы обвинили Николая Аксенова в преступлении, которое он не совершал?
И сделали это намеренно, с умыслом. У вас есть доказательства? Да. Ну, в таком случае вызывайте меня поездкой. Разговаривать я буду только в присутствии адвоката. Ваша воля. Но этим вы осложняете свое положение. Вы превышаете свои полномочия. Вам не кажется? Нет. Вы что, мне угрожаете? Олег! Угрожаете с целью получения взятки. Запугать меня решили. Вы что думаете, я не найду до вас управу? Всего доброго. Я уничтожу вас в рамках закона. Я свиньёй чувствую. Я сегодня на похоронах была. Да плевать мне на договор. Кто следующий? Я? Нет, не буду я больше молчать. Все. Она красная, нет, такая нет, мне девочек. Картина должна быть у нас не позднее 19:00. Отказ повлечет определенные последствия. И не вздумайте обращаться в полицию. На обратной стороне карта распечатана. Я не понимаю, о какой картине идет речь? Альбинка! Альбина! Альбина! О, Боже! Господи! Альбиночка! Вызывайте скорую! Альбинчик, сейчас не время умирать. С продавцом как связывались? По интернету списывались. По телефону не общались? Нет. Скажите, они краденые, вы их конфискуете? Нет, с часами все в порядке. Нам продавец нужен.
сожалению, я его лично не знаю. Платили наличными? Да. Деньги ему передавали? Ему? А он мне часы отдал. Попался, который кусался. Не было кражи. Доказано. Да. Теперь не отвертится. Саша! Там, наверху, среди картин, я давно... Альбинчик, не волнуйся. Это важно, очень. Сейчас всем важнее ваше здоровье. Вот о чем думать надо. Картин, никуда не денутся, ты приедешь и покажешь. Я поеду с тобой. Эрдель, оставайся. Как же? Побудь с девочками, это им нужнее. Мы сами справимся. Алло. А Ильи сейчас нет в офисе. Они с режиссером уехали смотреть локации за город. Когда будет, непонятно. Угу. Твой телефон почти зарядился, а я зарядку забыла. Можно твоей воспользуюсь? Что будем делать? Алло, Андрей. Привет, слушай, нужно срочно поговорить. Хорошо, сейчас приеду. Нет, не приеду. Андрей, потом объясню. Давай в больницу. Ее увезли в 15-ю. Пятнашки сможешь? Прямо сейчас. Эрдель, побудьте с Санечкой, ладно? И я вас очень прошу, никуда не выходите, никому не открывайте двери, никому не звоните, я вас умоляю. Конечно, конечно, хорошо. Авдей. Мир. Что же ты такое, Альбина, сделала, а? Ну как нам с тобой быть?
пришел, открой дверь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Вера. Вы меня, пожалуйста, простите. Но если бы не обстоятельства чрезвычайной важности, вопрос буквально жизни и смерти этого ребенка, я бы к вам не обратился. Проходите. Спасибо, но, к сожалению, должен спешить. Да о чем речь-то, я не понимаю. Некто угрожает нам, чтобы заставить Сашу изменить своему долгу и повлиять на ход следствия. Господи, боже мой. Никто не догадается, что девочка побудет у вас. Здесь она будет в безопасности и под добрым, надежным присмотром. Не откажите мне. Давайте. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, вы люди. Да. Вот здесь все необходимое для девочки. Ближайшая кормежка в 6, потом через каждые 4 часа. Ну, хорошо, я разберусь. Спасибо. Еще раз извините меня. Когда нужно картину привезти? 3 часа. Уже, наверное, 2. Ладно. Успеем приготовиться. А что за картина? Не знаю. Может быть, эскиз Рената? А может быть, картина Михаила? Неважно. Главное, что преступники думают, что ты знаешь, о чем идет речь, значит, наживка может быть любой. Но я вот думаю, кто наживку в указанное место повезет. Я. Но ты же понимаешь, что преступники предупреждали насчет полиции? Да. Нет. Мы все сделаем сами, аккуратно. Не переживай. Извини, если что не так. Время идет, мне пора. Домой возвращайся через территорию больницы и жди моего звонка. Что мы имеем? Давайте исходить из того, что как минимум один наблюдатель уже там. Правильно? Mm-hmm. И сидит он высоко, и видит далеко. Как подойти, чтобы не спугнуть? Думайте. Значит так, этот район. И, скорее всего, вот здесь. Белкин. Выезжайте на место, я подъеду сразу туда. Понял. Молодец, все понял. Отбой. Кого? Пусто.
Сомов. Похоже. Так, вызывай криминалистов. Бойко, отправь Корзухина. Нужно обеспечить безопасность мастерской. Срочно! Ага. Алло, это Белка. Никого! Ну, в общем, у нас труп. Криминалисты нужны, адрес. Привет. Уезжай к Корзухину. Алло. Привет, Саша. Что-то случилось? Да, случилось. Слушай, давай подробности потом. Значит так, сиди в мастерской и никуда не выходи. Ты его спугнул. Да не я спугнул. Труп Сомова. Я тут вот что подумал. Александр Николаевич что говорит? Все убийства из-за фальшивой картины, которую Ренат Асадуллин нарисовал по заказу Сомова. Альбинчик! А. Тебя выписали. Нет, сбежала. За мной санитара гонится. Да отпустили меня под расписку. Альбинчик, ты с ума сошла? На ногах после сердечного приступа? Ой, оказалось всего лишь что-то типа грудной жабы. И тут только подозрение. Так, давление немного. Я не могу дозвониться до Эрделя. Да, я тоже. Так, пугать меня не надо. А то и правда инфаркт случится. Пойдем домой? Ты своему Андрюше про шантаж рассказала? Рассказала. Ага. Ну, он их сейчас быстренько всех переловит. А ты случайно не знаешь, о какой картине идет речь? О картине? Какую картину хотят получить шантажисты? Греков думает, что в шантаже замешан Сомов. Ты случайно ничего не знаешь? Я не уверена. В общем, Сомову очень нужна картина, которую я забрала у Рената. Ты забрала картину из квартиры Рената? Да, пошли. И где она сейчас? Дома. Пострадавшего ударили тупым твердым предметом. Возможно, это был камень. Смотри. Рядом мы обнаружили еще одно пятно крови. Труп перемещали? Нет, не похоже. Здесь лежал кто-то еще. И судя по следам и по пятнам крови, он сам поднялся и ушел. Очень странная картина вырисовывается. Угу. Да не это, та в сумке была. А ты уверена, что положил картину на шкаф? Да уверена. Это последняя? Не понимаю. Ничего не понимаю. А может быть, ее Эрдель взял? Ну, конечно. И между прогулкой и кормлением поехал с ребенком передать картину. Шантажист. Нет, только не это. Да нет, конечно, нет. Да. Надо звонить Грекову. Срочно. Господи. Альбина, Сашенька, это я. А где? Анечка! Анечка. Дома. Слава Богу, с тобой все в порядке. Пошли, пошли. Эрдель, где ты был? Где Анечка? Где мой ребенок? С Анной Марией все в порядке. Где моя дочь? Она у Грекова дома с Верой. Что?
Не дави на него. У него рана на голове. Я отвез ее Вере, а потом... Потом повез картину. Как ты мог? Я хотел как лучше. Саша, вызывай скорую. Не надо никого вызывать. Мне нужен бинт и перекись там. Похоже, я влип в очень большие неприятности. Ты видел Тому? Да. Малоприятное зрелище. И что он тебе сказал? Ничего. Он был уже мертв. Сначала про мою рану. Я за ребенком. Сашенька, прости меня, дурака, за все, но там ей будет безопаснее. Эрдель прав, лучше отца никто не сможет защитить. Моя дочь у Грекова, а я тут, вы с ума сошли? Скоро вернусь. Промыть рану. Так, сейчас мы тебе музончик врубим. Так, ну, это не очень. Под это ты не уснешь. Так. А вот это нормально. Ща. Привет. А это что? Детское питание. У нас ребенок? Я думала, ты в курсе. Эрдель приходил, оставил нам свою внучку, просил присмотреть. Подожди, подожди. Или правнучку. Не суть. Да, не суть. В общем, он сказал, что их семье угрожает какая-то опасность. Кажется, Корзухину кто-то шантажирует. В общем, доигралась. Вер. Да, Вер. У нее малое дитя на руках, а она лезет к тебе в расследование. Ну, я не понимаю, как так можно. Ты мне скажешь, что происходит? Сейчас разберемся. Привет, пап. А мы тут не спим. Музыку выключи. Вообще-то мне не сложно пару дней побыть чужой мамой. Так, да, внимание, начали! Давай, давай. Подожди, сейчас я зайду. Ну, в экран. Вообще, слушай, ну я не понимаю, чем занят этот режиссер. Такое ощущение, что он измором хочет актера взять. Ну чего, ну в переработку мы уходим. И актриса эта, я сразу тебе говорила, что это бездарность. В общем... Дима, вспомни, как я у тебя работала. Я все делала с первого дубля. А это... Сейчас. Сняли? Нет, там перестановка на обратную точку. Димочка, я перезвоню из друзья. А ты куда? Меня отпустили. Как отпустили? А у нас же сегодня экватор. Мы отмечать будем. Что? Экватор. Это когда половину сериала сняли. Сейчас, извини. Алло. Прости, я был занят. Не мог говорить. Как у вас там дела? Более или менее в порядке. Точно? Голос у тебя какой-то. Как там Маричка? Она у Андрея. Что? Что она у него делает? Это не телефонный разговор. Ты издеваешься надо мной? Илья, так было нужно. Будь добра, объясни, что наша дочь делает у Грекова. Илья, успокойся, пожалуйста, я как раз сейчас за ней еду. Ты можешь приехать? Это очень важно, срочно, Илья. Алло, алло. Достали? Вот все правильно, потом перекостюм. Сейчас. Ты сейчас вернусь. Пауза.
Алло. Андрей, привет. Дочь у тебя? Ну да, у меня вот на руках. Почти уснула. О, хорошо. Я как и звонил сказать, что я около всех мастерских охрану выставил. А я думала, за мной следят. Вообще-то я собиралась сейчас за ней приехать. Не доверяешь мне? Доверяю. Она точно спит? Ну, почти спит. Вон, слышишь, тебе привет передает. А что у вас случилось-то? Да, Ердель перенервничал и так поступил. Ни тебя, ни меня не спросив. Прости. Понятно. Да, ладно, не извиняйся. Главное, чтобы у вас там все хорошо было. И спокойно. Саша, а почему имя такое? Анна-Мария. Тебе не нравится? Нравится. Просто у всех как бы обычное, у вас двойное. Семейная жизнь не фонтан? Ну вот как она решит, так все и будет. Понимаешь? Конечно, понимаю. Так важно чувствовать, что близкий человек рядом. Вот я про то же. Саше до меня и моих чувств нет никакого дела. Ты преувеличиваешь. Нет, я преуменьшаю, уж поверь. У меня свои дела, у нее свои. Серьезно. Все эти картины свои пропавшие ищет. Некогда даже по душам поговорить. Жалеешь, что мы расстались? Нет. И я нет. Еще ночь. Я все поняла. Записку писал не Михаил, а кто-то. Взял его настоящую записку и переписал, выкинув все частицы не. Поэтому невиновен превращается в виновен. Похоже, убийца использовал простую методику. Он взял лист бумаги, взял настоящее заявление Михаила, приложил его. Другой подсветил снизу и просто переписал под копирку. Понимаешь? О, преступник очумелые ручки. Да, именно поэтому так совпадает почерк. Но ножи более нервные. Но это еще не все. Прости. Я забыла спросить, как Ордель, как ты? Ой, я не знаю. Наверное, для тех, кого хотели убить, неплохо. Вообще... плохо. Мне надо срочно съездить к Авдею. Времени катастрофически мало. Вас вот-вот обвинят в убийствах. Убийствах? Единственное, что я могу сделать, это попробовать опередить Грекова и найти преступника. Альбинчик. Тебе придется все мне рассказать, что ты знаешь по этому делу. Хочешь ты этого или нет. Иначе вам просто помочь больше некому. Вы и так влипли.
влипли. Я понимаю, тебе страшно. Мне тоже. Ну ничего, мы справимся. Да. Привет. Привет. Оль, я по поводу вчерашнего. Ты не рассчитал. Хватило лишнего. На тебя нахлынули былые воспоминания. А у тебя семья, жена, ребенок. Кошки на душе скребут. Вот выпей это противопохмельное, и голова пройдет, и кошки отстанут. Как у тебя все просто? Конечно, просто. Твое состояние – это результат вчерашнего алкоголя. Мы сейчас это вылечим. Этот результат – это ошибка вчерашняя между нами. Терзает муки измены? Представь себе, да. Я не хочу из-за тебя потерять Сашу. Из-за меня. Ну, а из-за кого? Раз так, скажи, что вчера это был не ты, или что тебе было, ну, так себе. Скажи, что на моем месте могла быть любая другая женщина, например, гример Алина. Скажи, что ты представлял себе Корзухину. Скажи. Ошибка, Илюша. Это когда ты говоришь, что все в прошлом. Но от себя ты не убежишь. За новую семью не спрячешься. Ты выпей, тебе лучше станет. Ты куда? Домой. У нас сегодня цепной. Отсыпайся. Ой, вот что за мать такая-то Корзухина, а? Я не понимаю. Я бы никогда не смогла оставить своего ребенка на чужих, можно сказать, людей. О чем она вообще думает? Если думает. Вот явно не о том, что у людей могли быть свои планы на этот день. У тебя были какие-то планы? Нет, но могли быть. И вообще я нехорошо себя чувствую. А у нас вон один памперс остался. И что прикажете делать? Сейчас. Легка на помине. Здравствуйте, Вера. Привет, Андрей. Я за дочкой пришла. Проходите. Митенька, Александра Николаевна пришла. Привет, Мить. Иди ко мне, моя сладкая. Привет. Привет. Боже мой. Думала, с ума везде отойду. Спасибо вам большое. У тебя ссадина такая. Держи. Надо бы в травмопункт сходить. Никуда я не пойду. Надо просто кофе сверху присыпать. Кофе? На рану? Ну да, растворимый. Там и дубильные вещества, и антисептик. Эрдель, тебя точно сильно ударили по голове. Скажи еще ромашкой промыть. А что, неплохая мысль. Алло? Да.
если можно, не сегодня. Меня только из больницы выписали. Я еще плохо себя чувствую. Сердце. Эрдель? Он тоже? Он головой мучается. Давление. Спасибо, договорились. Что случилось? Это кто? Белкин. Нас Греков вызывает на допрос. И меня, и тебя. Он жил в монастыре. Вот и тише, тише. Папа наш пришел, значит, с дочкой посидит. Ничего не говори. Она накормлена, напоена, памперс свежий. У мужа на работе часто бывали? Нет, ему там было не до меня последнее время. Муж мой собирался объявить о банкротстве со дня на день. Настолько у него дела были плохи. А конфликты у него с кем-нибудь были? Конечно. Еще какие? С кредиторами. Звонили среди ночи, угрожали. А вам что-нибудь известно об Анастасии Кузнецовой? Вы про его секретаршу? Конечно, известно. У него их было две. Настя и Наташа. Обе хороши. Особенно Кузнецова. Наглая, двуличная стерва. Да еще и чокнутая. Как нелестно вы о людях отзываетесь, Юль Борисовна. Она знаете, сколько нам крови попортила? И мне, и Кириллу. Что вы имеете в виду? Жизни моему мужу не давал. Увести хотел. Только он на нее не появился. Так она давай везде трещать, что у нее с ним роман. Теперь понятно, почему вы рассказали об этой интрижке Николаю. Я? Да вы что? Она сама своего парня против Кирилла настроила. А откуда вы Николая знаете? Какого Николая? Вы же сами сказали про парня Кузнецова. Я просила, чтобы бабу свою утихомирил. Вы знаете, я думаю, они на пару с Кузнецовой и грохнули моего Кирилла. Один из-за ревности, вторая из-за зависти. Как же хорошо вы в мотивах разбираетесь, Юлия Борисовна. Здравствуйте. Выставка еще не открылась. Покупайте билеты, приходите завтра. А у меня встреча здесь сегодня. С кем? С Кузьминым. Кузьмин не может назначить вам встречу в галерее. Он не является нашим сотрудником. Не задерживайте, пожалуйста, проходите. Что за хамство? Альбина Витальевна Гершензон вам известна? Нет. Откуда я могу ее знать? А ваш муж говорил, что вы хотели купить картину Авдея? Мы много чего хотели, только позволить себе не могли. Говорю вам. Денег у нас таких не было. Слушайте, а долго вы меня еще будете допрашивать? Я, честно говоря, устала. Столько, сколько нужно. Речь ведь об убийстве идет. Вот именно. А я же потерпевший. А вы меня про какие-то картины допрашиваете. Какое это отношение имеет к делу? Прямое. Вы шутите? Да какие уж тут шутки, Юлия Борисовна. Белкин, нам надо будет откатать пальчики госпожи Сомовой. А это еще зачем? Затем. Так, я звоню своему адвокату.
Вот, прошу. Благодарю. А то мне никто не верит, что я знаю настоящего внука Авдея. Думаете, мне верят? Именно поэтому я и сделал себе вот эту бумагу. Сравнительный ДНК-тест. Что же вы все время носите этот документ с собой? Ну, как видите. А где вы взяли генетический образец дедушки? Ну, как где? В его доме-музее. Вы ж не думаете, что я ради ДНК-теста мог осквернить могилу любимого деда этой, как она называется? Эксгумация? Да. Нет, не волнуйтесь, я так не подумала. Он, кстати, там не жил. С чего вы это взяли? Прочитала в воспоминаниях его духовного наставника. Что? То, что он в последнее время жил в монастыре. Ладно. Спасибо вам большое. До свидания. А куда вы? В монастырь. Шутка. Настоящее жилище Авдея искать. Добрый день. А как мне настоятеля найти? И вам доброго дня, матушка. А что вас привело к нему? Поговорить хотела, буквально несколько минут. О чем же? Об Авдее. Он у вас, говорят, послушником был. Авдей, говоришь? А ну как же, как же? Помню, помню. Авдей художник, да. Верно? Он у нас останавливался... Вот в той дальней келье. Огород копал, яблони посадил. Но послушником он у нас не был. Он жил в своей сторожке в другом месте. А вы адрес не можете сказать? Ну, точного адреса у меня нет. Вот надо пройти прямо до старой дороги. А там километра 3 до леса. Но там, наверное, уже ничего не осталось. А у вас? Сохранились его вещи, может быть, записки какие-нибудь? Да ну что? Ну какие записи? Он ведь совсем малограмотный был. Он писать не умел. Да и читал с трудом по буквам. Вы уверены? Он не картины, а шедевры писал, а вы говорите, писать не умеет. А вот так Божьи чудеса и проявляются. На все воля Божья, дочка. Спасибо. Добрый день. Мне бы с настоятелем поговорить. Так это он и был. Thank you.
Да. И правда, ты, Авдей, корявенько писал. Андрей Васильевич, мне надо вам кое-что рассказать. Ты мысль свою запомни. Вернусь, расскажешь. Здрасте. А я вот привез. Саша забыл у нас. Она, кстати, дома? Разумеется, она не дома. Я понятия не имею, где она и с кем она, и вообще вернется ли с вашего боевого задания. Ну, задание это громко сказано, тем более это все же ее. Я сейчас узнаю. Я к ней человечка приставил. А она знает, что за ней присматривают? Да, в большей или меньшей степени. Иначе бы она давно сбежала от него и... А он бы бегал за ней по лесам и полям и не брал бы трубку. Убежал. Не бойтесь, я от Грекова. Следили за мной? Давно? Как только из города выехали. Вы давно заметили этого человека? Да не видела я ни его, ни вас. И надеялась, что хоть здесь за мной никто следить не будет. Нам надо из леса выйти, пока светло. А то мало ли кто это был, местный житель или... Вы можете ехать хоть сейчас. Мне нужно взять ДНК-материалы. Личные вещи Авдея для экспертизы. Окей, давайте искать.
Саши нет. Бойко пропал. Он когда тебе отзвонился в последний раз? Кажется, сегодня. Странно это. А ты... Что мне хотел сказать? Анна-Мария, ваша дочь. Что? Анна-Мария, ваша дочь. Какое-то, брать? Конечно. Мне кажется, день сегодня удался. Угу. Я убью этого Бойка. О! Что? Юлия Сомова была в мастерской у Рената. Там везде ее отпечатки. Бойко! Я тебя зачем отправил? Чтоб ты телефон отключал? Ты обалдел вообще? Да мы просто в лесу же. Тут пробегал один, то ли местный, то ли... А Саша... Александра Николаевна, как? Да, тут рядом стоит. Дать? Понял. Если он волновался, почему мне не позвонил? А, звонил. И Илья звонил. Александра Николаевна. Белкин, дуй за ордером на обыск дома Сомова. Там есть что искать. В бывшем доме Авдея нашли. Александра Николаевна просила передать. У Александры Николаевны прекрасное чувство юмора. Ага. А больше она ничего не просила передать? А. Вот. Из него пил Кузьмин. Ну, это вещи Авдея, а это стаканчик со следами слюны Кузьмина. Если Кузьмин родственник Авдея, то генетическая экспертиза это покажет. И? И? Значит, это все нужно отнести на экспертизу? И что же вся эта помойка делает у меня на столе? Что, в лабораторию отнести? Подписал. Ордер на обыск дома Сомовой подписал. Поехали. Бойко, ты едешь с нами? Завтрак. Ты за этим так рано встала? Угу. Как настоящая хорошая жена. Пока. Пока. Так. Чудо. Чудо, говоришь.
Какое же там чудо. Вы куда-то уезжаете? В свете того, сколько нам могут дать, скорее переезжаем. Куда? Места не столь отдаленные. Сашенька, боюсь, мы больше не сможем помогать тебе с ребенком, но наша мастерская, разумеется, в полном твоем распоряжении. Лет на 5-7, как пойдет. Если по УДО раньше не выпустят. А ваша явка с повинной может подождать несколько часов? Пожалуйста. Давай. Танечка. Ирдель, скоро вернусь. А, здесь молоко и подгузники. Ага. Надеюсь, признание до и после обеда для правосудия висят примерно одинаково, да? А вот эти две расписки на покупку картины Садулина? Подумаешь, а Садулину нужны были деньги, и мы купили по доброте душевной. Чтоб перепродать? Вот эти две, видите? Вы думаете, за них кто-нибудь что-нибудь даст? Ну, вы ж купили. Бездарные художники тоже хотят есть. А здесь место было. А вот тут еще надолго? А то мне на выставку надо. Сегодня Авдея выставляют. А что? Вы подумали, я зароюсь в одеяло и буду рыдать? Я женщина светская. Поэтому будьте добры, поторопитесь. Мне еще себя в порядок привести надо. Ну, мне кажется, должно пройти все идеально. Мы готовы абсолютно. Здравствуйте. Ну, я же говорила, выставка откроется, тогда и придете. А я не на выставку. Иван? Александра, мне сейчас некогда с вами разговаривать. Хорошо, Иван Сергеевич. Но если вы до открытия выставки не придумаете, как уговорить меня не рассказывать правду, боюсь, ваши гости узнают много нового и про воображаемого внука Авдея, и про его далеко не воображаемых криминальных друзей. Вы помните вечер убийства Сова? Где Юлия Борисовна была в этот момент? Дома никуда не выходила. А что? А то. Я тебе сначала статью, а потом срок впаяю, если ты меня сейчас обманываешь. Андрей Васильевич, если мы после обеда приедем, сможете нас оформить? Ну, что мы сами с повинной пришли. Так, 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 стоп. Никуда не уезжайте, я сам к вам приеду. Альбинчик с Ирделем. Они вообще здесь ни при чем. Вот, смотри. Видишь? Это подпись с картины Авдея. А это его почерк. Видишь?
Я съездила в монастырь, где жил Авдей, и посмотрела его сторожку. Он был неграмотный. Это не могут быть картины Авдея. Здесь минимум нужно два высших образования, чтобы изобразить эти аллегории и аллюзии. Понимаешь? Нет, но... Ну, это камень в огород Кузьмина. Что там с генетической экспертизой? Я, кстати, считаю, что его нужно сегодня обязательно разоблачить прямо там, на выставке. Это кто проснулся? Анечка. Анечка. Смотри, какие дядя тебе игрушки принес. Дядя? Пообедать здесь хочу. Вижу, у нас гости. Здрасте. Здрасте. Привет. Я по поводу улики уточнить заходил. Да. Пойду. Улика? Да, я такая... Я люблю расследования. Кстати, у меня получается это очень хорошо. Еще я хочу помочь Альбинчику и Эрделю. И вряд ли кто это сделает лучше меня. Поэтому я... Что, можно? Я так устал с тобой воевать. Расследуй, что хочешь. Я все равно тебя люблю. Привет. Может, тоже пиццу закажем? Зачем ты приехала? Как зачем? Мы же практически семья. Правда, Саша? А мы с тобой практически не знакомы. Бывшие, настоящие – это же все условность. Мы же современные люди. Кстати, исполнительный просил передать, что очень мало красной ткани купили. Надо как-то покручиваться. А ты мне об этом на работе не могла сказать? А вы вместе работаете, да? А Илья не говорил? Закрутился, наверное. А ты чего молчишь? Я вроде тебя не обижала. Вот решила заехать посмотреть, что тут у тебя происходит. Вдруг случилось чего? Мне кажется, тебе пора. Не рада мне здесь. И чай не налили. Ладно, не буду мешать. Ребенок, пока.
Если не переспал. Увлекательно. Про картину так вообще можно кино снимать. И сколько нам светит? Вы готовы сотрудничать со следствием? Извините, секундочку. Да, Лень. Продолжайте наблюдение. Значит так. Это ваш шанс поработать на благо следствия. Я готов. Нет уж. Ты уже один раз получил по голове. Я готова. Сегодня открывается выставка Авдеева, нужны там оба. В качестве кого? Особых гостей. И не надо никого выслеживать, провоцировать, вызывать огонь на себя? Пока нет. Но только вот это вот надо снять. Да, я никогда не видел своего деда, но я уверен, что он был бы рад тому, что его наследие, его традиция, потому что его подлинные картины наконец-таки нашли своего зрителя. Саша, ага. А ты чего здесь? Ничего, привет. Тебя все в порядке? Угу. Саша, может, лучше тебе... Мы здесь. Какое-то красивое. Спасибо большое. Привет, Илюша. Что? Поссорились? Нет, я идиот. Знаешь, как говорят, когда все хуже некуда, оттолкнись от дна. Мне кажется, она меня не простит. А ты за нее не решай. Саша тебя любит, только вот сейчас ее не трогай. У вас еще впереди уйма времени, чтобы помириться и жить долго и счастливо. Спасибо, дед. Андрей Васильевич, результаты генетической экспертизы показали, что Кузьмин и Авдей не имеют никакого родства. Но это еще не все. Я тут порыл по криминальным базам. Вернее, мы порыли. В общем, Кузьмин – это не Кузьмин. Его отпечатки совпадают с отпечатками Виктора Ляхова. Его 4 года федеральный розыск поймать не может. Кражи в особо крупных? Понял. Подкрепление пришли мне срочно. Понял. Его стиль самобытен, биография уникальна. Поистине Авдей стал символом перелома эпох. И он до сих пор не перестает удивлять нас. Сегодня, на этой выставке, посвященной столетию со дня рождения Авдея, нам выпало счастье увидеть две неизвестные картины этого выдающегося художника. Их любезно предоставил его внук Иван Сергеевич Кузьмин.
чего они были написаны. Искусствоведам еще придется поработать над этим. Биография великих людей всегда бездонна и увлекательна. А сейчас вы что-то хотели? Да. Я думаю, у меня есть что добавить про творчество и биографию Авдея. Это произошло тогда, когда я была еще студенткой. То есть, как вы видите, давно. Я училась в художественном институте. И, как многие, мечтала оставить свой след в искусстве. И не только я. Нас было трое. Ренат Асадулин, Михаил Варягин и я. Мы были молодыми, талантливыми и голодными. Мы готовы были работать сутками, чтобы изобрести что-то ценное. И можете мне поверить, нам это удалось. Самобытный стиль. Сочетание наивного искусства, авангарда и народных мотивов. Мы знали, что создали нечто выдающееся. Но, глядя на нас, трех общипанных студентов, в это никто не верил. Подпись Авдея «Мир». М. Михаил. И. Просто И. Р. Ренат. Твердый знак. Ваша покорная слуга. Мы очень хотели, чтобы наши творения вышли в мир. Чтобы о них узнали. Заработать, видимо, хотели? Что? Нет, это было не про деньги. Вы не понимаете. Мы все вместе хотели доказать, что главная ценность – это само творчество. А не то, кого называют творцом. Но тогда у нас не было возможности. И вот в этот момент появился Сомов. Юлия Сомова? Нет. Да, что? Вам придется пройти с нами. Мы подписали с ним договор неразглашения. И Сомов выкупил у нас все картины. Затем он нашел одинокого отшельника, старовера Аведова, который согласился поучаствовать в его афере. Но нужно отдать должное Аведову все деньги от сделки. Он передал монастырю. Своим поступком, по сути, ему удалось сделать то, что и смогли сделать мы. Отрекшись от себя, как мы от своих картин, он доказал, что имя человека не так важно, как его деяния. Можно сказать, что Аведов воплотил нашу идею в реальную жизнь. А как же наследник? А новые картины? Наследник? Наследников наш выдуманный Авдей не оставил. Так что эти картины написали Ренат и Михаил. Через некоторое время Рената нашли мертвым. Потом погиб Михаил. Мы не думали, что наша студенческая шалость, наш эксперимент так аукнется нам спустя столько лет. Я готов купить железный лес. Рассвет и железный лес. Закат. Даю 300 тысяч. 500. 600. Миллион.
Боже. Прости меня, пожалуйста. Прости. Сашенька, я тебя люблю. Осторожно, осторожно. Давайте сначала. Где вы были? А что нового вы ожидаете услышать? У меня алиби, вы знаете. Сидела дома, смотрела сериал. Охранник подтвердил. Охранник передумал. Это все Кузьмин? Это все Сомова. Она меня разыскала. Как, не знаю. Сказала, что есть картина одного художника, которую нужно продать. И я клянусь, я был не в курсе. Что она задумала? А то, что она предложила изображать внука Авдея, не смутило вас? Ну, работа разная бывает. Но что хотела Сумма, вам лучше спросить у нее. Я просто хотела помочь мужу. У него бизнес трещал по швам. А вы что на моем месте бы сделали? Ну, что-нибудь другое. А я придумала Авдея. Вы? Хорошо, не я придумала Авдея. Я просто решила воспользоваться приемом мужа еще раз. Нашла Михаила, он был из тех художников, а потом нашла Кузьмина. Вы знаете, что под этим именем скрывается преступник Ляхов, который объявлен в федеральный розыск? Ну, конечно же, нет. Я что, похожа на ненормальную брать человека с такой репутацией? Я лучше бы взяла какого-нибудь студента театрального. Подумаешь, сыграть какого-то внука, делов-то. Сомова сказала, что я должен буду представляться внуком Авдея для того, чтобы раскручивать его картины. А о том, что они не настоящие, я даже и не знал. Какой наивный преступник. Да еще в федеральном розыске. Не понимаю иронии. Я в искусстве не разбираюсь. И о том, что картины поддельные, я узнал от этого художника, Рената Асадуллина. И от него же я узнал, что Сомова собирается меня кинуть. Кузьмин нашел другого художника из той же группы. Сговорился с ним. И они мимо меня решили нарисовать еще одну картину Авдея. И продать. Вернее, Ренат рисовал бы, а Кузьмин, как наследник, продавал бы. Ваша мошенническая схема, но без вас. Ну, раз без меня, значит, я ни в чем не виноват? Давайте продолжим. Асадуллин убедил меня в том, что рисует Авдея не хуже своего партнера. Ну и я сообщил Юлии, что мы сможем обойтись без нее. А как к этому отнесся второй художник? Варягин. Не знаю, не в курсе. С ним Сомова общалась. Меня до него даже не допускали. Разделяй власть, вы слышали? Я сначала подумала, Михаил Кузьмину переметнулся. А он ни сном, ни духом. Зато сразу догадался, откуда ветер дует. Ну, мы и поехали к этому Ренату в мастерскую. Зачем? Ну как, поговорить? Мы просто хотели понять, в чем дело. Ну, может быть, уговорить отказаться от своей затеи, чтобы он с Кузьминым не сотрудничал. Работал через меня. То есть вы пришли договариваться? Да, и уже почти. Но тут ворвался Кузьмин и убил Рената. Я вообще была в шоке. У Кузьмина есть алиби. Его там не было. Зато там был ваш другой друг, Михаил Варягин. И он видел, как вы убили Рената. Я? Я хрупкая женщина. Да, вы хрупкая женщина с огромным ножом. Именно так я вас представил, когда прочитал заключение судмедэксперта.
Да, хорошо. Был нож. Ну, а Садулин первый на меня набросился. Мы пришли в мастерскую. Он ходит там, как ненормальный, чертей гоняет. А потом напал на меня с этой бутылкой в руке. Что мне оставалось делать? Странно. Он набросился на вас спереди, а удар получил сбоку. К моменту ваш муж вам начал сильно мешать, верно? Мне мешать? У вас же уже начался роман с Михаилом Варягиным. Хотя что он Варягин? У вас все мысли были о деле. А Миша начала мучить совесть, он совершенно перестал писать и все чаще всерьез начал задумываться о том, чтобы сдаться полиции. На это вообще не входило в ваши планы, и вы... Он сам с собой покончил! Он решил покончить с вами, написал заявление в полицию. Поэтому вы вкололи ему критическую дозу седативных и обезболивающих. Это не я, не я, не я! Дальше сам. Михаил не пил таблетки и панически боялся уколов. Он не мог сам себе ввести препарат. Это все Кузьмин! Все Кузьмин сделал! Он грохнул моего мужа, правда? Говорю вам, он грохнул моего мужа, слышите? Странно. А как тогда без вас Кузьмин узнал про Альбину? И то, что картина Рената у нее? А Юля — это хитрая баба. Сказала мне, что муж ее хочет со мной поговорить. Дескать, он собирается меня в полицию сдать, чтобы на меня оба трупа повесить. Мол, связи у него. Ну, слово за слово, мы с ним сцепились. Да я тебя сам сдам. Ну, попытайся. Или у тебя что, биография чистая? Что ты сказал? Я говорю, осторожнее со мной. Осторожнее со мной. Я вас не просто полицаем скормлю. Я вас всех тварей. Вы убили Сёму. В состоянии аффекта. Как долго вы планировали убийство Сёмы? Я? Да нет. Это у Сомовой с самого начала был план, чтобы убить мужа. И она мне все время в уши капала, чтобы я его кокнул. Но я, конечно же, нет. Мне-то это зачем? Я и так в розыске. Деньги, да, нужны были. Но труп на себя вешать. В итоге повесили, не один. Это она меня накрутила, ведьма. Ну и кто ж знал, что этот Эрик так легко отделается? Эрдель. Ну да. Почему тогда не остановились? В смысле? Вас видели у сторожки Авдея с пистолетом в руке. Что вы там делали? А, это... Ну так я дедушку пошел проведать. А пистолет в качестве самообороны. Вы же видели, какой там рядом лес глухой, мало ли что. Вообще, в этой истории я потерпевший. Это она все придумала, и она меня подставила. Илья скончался в реанимации. Кому нужно было избавиться от мужа? Кто знал про Авдея? Это она, монстр! Ты сегодня на выставке невинного человека убил. В камеру его. Thank you.
Привет. Как день? Саша. Я звоню сказать, что ты не одна. Я знаю, что тебе сейчас очень тяжело. И то, что случилось, оно вообще в голове не укладывается. Илья очень тебя любил. Он был хорошим мужем и хорошим отцом. Лучше, чем я. Он был бы прекрасным родителем. Саш, я знаю, что ты все это переживешь. Я хочу, чтобы ты знала, что я всегда, в каждый момент, я рядом. Саш, ты слышишь меня? В каждый момент я рядом с тобой. Я рядом с Анной Марией. Я же знаю, что я ее папа.